Дорогие друзья, уверен, что все мы действительно ценители хорошей музыки. Но знаете ли вы, что на сегодняшний день есть композиция, клип которой в интернете набрал более, вдумайтесь, 4 миллиардов просмотров. Точнее говоря, около, пока еще не перевалило за отметку в 4 миллиарда, но это будет вот со дня на день. 4 миллиарда просмотров. Что это за песня, как вы думаете? Это современная испанская песня. Как вы говорите, «Деспасито»? То есть вы думаете, что мы собрали Кремль, привезли из разных стран дудукистов, собрали симфонический оркестр, чтобы сыграть «Деспасито»? Дорогие друзья, Государственный академический русский концертный оркестр «Баян», дирижер, заслуженный артист России Николай Степанов, великолепный музыкант, которого я прошу выйти на сцену, дудукист, виртуоз Армен Аванесян, и да, вы были правы, «Деспасито». Спасибо, Армен, за ваше творчество. Это было великолепно.